сыграли, так сейчас строить пару проектов. Ну да, стиль очень хорошо. Тоже вот печать из тех авторов, которые сегодня к нам впервые пришел. Вот. Знакомимся вместе теперь. На звуке. Только просьба поближе к микрофону. Старый сад.
Кстати, Володя приглашается уже готовиться. Вот Володя ВКонтакте, Вова здесь. Это было, как его назвать? Вова здесь. Ну, можно тогда, теперь здесь. Вот. Я к тому, что, опять же, да, наша задача, чтобы люди знакомились, но не забывали, что мы как бы пытаемся... Вот, дело в том, что это все проходит под эгидой даже Содружества, не просто так, да. Мы хотим обратить внимание на то, что это делается, ну, со смыслом, да. И мы всегда приглашаем всех участников Содружества приходить на другие концерты, тем более, что теперь у нас вход, ну, ты гитару включил, да? Вход-то свободный, можно прийти свободно. Опять же, принимается всегда пожертвование, да? Мы всегда благодарны вам, если вы что-то нам кидаете, то, что помогает нам развиваться, вот, и помогать нашим творческим проектам. Вот, но хотелось бы, чтобы люди приходили не только там на себя, но вообще приходили на все концерты, ну, по возможности, да, и слушали других авторов. К этому. И поэтому у нас как бы вот все под дождь гиды проходит, чтобы обозначить, что это как бы интересно и на это стоит прийти. Вот. А теперь знакомимся с творчеством Володи, который Вова здесь. Да, всем здравствуйте. Как уже сказали, Вова здесь, да, я так называюсь ВКонтакте, страница названа. Вот, ну, можно назвать Вова, там, Володя, Владимир, ну, любые производные от имени, да, какие придумаете, то есть все приветствует, все нормально, зовите, придумайте, то есть все нормально. Я не запарюсь насчет там имени, как там назвать, как вам больше нравится, как, может быть, меня кто видит. Вот, сейчас спою песню, вот, тоже у меня такая будет презентация, совсем-совсем новая, я ее написал буквально там дня три назад, наверное, наконец-то. Это для меня очень значимо, потому что я задумал написать трилогию, такой цикл небольшой, это песен «Вера, надежда, любовь» на тему, ну, тема сбита, но тем не менее. Вот, и вот «Надежда», которая вроде как идет вторая по списку, но она вот почему-то у меня самая-самая последняя, только сейчас, я наконец-то вздохнул с ощущением, что все, есть готово. Вот, и как, именно ее хотела сейчас спеть из этой трилогии, она, наверное, получилась такая самая максимально светлая, вот, и как бы более соответствует будет сегодняшнему вечеру. Вот, так что, ну вот, «Надежда». Сейчас я с темпом, новая песня, сейчас с темпом определюсь, как я ее спел. Покажи жизнь, бери на абордаж.
путь обратно. Но, впрочем, все пути всегда ведут к концу. Как удалось вообще не сломаться, не разорвало шипы они. Но вот теперь слегка боится счастья, но не отступит хоть потрепан вид. Алексей Воронин, вот у нас заключит первый круг. Это Алексей, там 2-3 песни. Вот. Тоже можно? Я думаю, что не все. Да я как все, что две песни, что-то. Не все знакомы с творчеством Алексея Воронина, поэтому у нас сегодня сотворчество. Обычно гостей приглашали, но вот. Как ты, Дима, сказал, регламент? Да. В принципе, даже сотворчество, то, что я всегда пытаюсь практиковать, что все как бы выступают на равных, да? Бывает, конечно, более равные. Но основное, да, направление все-таки, что все имеют более-менее равные условия. Естественно, кому-то приходится быть первым, последним, там, это все.